Сегодня министр спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Гуров прокомментировал слухи о его возможной отставке. На неудобный вопрос ему пришлось отвечать на пресс-конференции. Вопросы по отставке надо задавать моему непосредственному руководителю. То есть отставить меня может губернатор. Если вы понимаете, что грядет отставка, то задайте ему вопросы. Я не вижу, чтобы была какая-то отставка. Если вопрос задавать мне, то можно задавать вопрос только, не планируете ли вы уволиться, Сергей Николаевич, с работы? Это все. Поэтому по отставке вопросы к губернатору. Вы не планируете уволиться? Но вы же видите, я сегодня на пресс-конференции с вами. Интересно, что вопрос об отставке журналисты задают Гурову практически на каждой его пресс-конференции. А активнее всего тема его ухода обсуждалась, когда министр оказался втянутым в скандал с нецелевым использованием средств при строительстве спортобъектов. Напомню, тогда оперативники даже проводили обыск в его кабинете, но прогнозируемой многими отставки не случилось.